дорогие друзья, вы на канале Печки-лавочки. Представляете, мы вот тут вот возле печки этой, это памятник, это же памятник, фонарь. Да, это он находится у нас на улице Гоголя. Улица Гоголя — это у нас вообще улица фонарей. Ребят, ну на канале Печки-лавочки, на лавочке возле печки. Все как надо. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Юрка, ты чё, решил ботиночки почистить? Слышишь, а что ему, может, денег надо? Наверное, не чистит. Да он не чистит, просто сидит, улыбается. Чё ты улыбаешься? Какой башмак, да? Нормально у меня, слышишь, подошва такая, да, выросла? Да. Неплохая. Такой размерчик. Класс. Погодка шикарная сегодня. Шикардосик. Погнали. Вторую почисть. Так, а да, тут одна правая. Как я почищу? Или у меня две правые? Вот так хоть. Или так. Такие здесь у нас ларёчки. С такими украшениями. Здравствуйте. Здравствуйте. О, мне для соли надо. А сколько стоит для соли? Да. 18 рублей. А дайте мне такую, держи. Так можно и для сахара тоже. Да, да, такие. Да, давайте классные. И для сахара. Да, класс. А там есть еще такая для соли, для сахара, смотри. С дедушкой и бабушкой. Не, ну ладно. Так надо нам с молодыми. Видишь, какая красота. Она легенькая, класс. Легенькая, ну. Да. Классно. Купил цацку. Купил цацку. Карта памяти для нашей экшн-камеры. Супер-мега скоростная. 100 мегабит в секунду. И 90 мегабит в секунду скорость чтения. 128 гигов. Ну, это просто специально для экшн-камеры. Класс. Обалдеть, уже сейчас мы ее глючить, поставим, да? Уже не будет глючить, потому что на прошлый ролик распаковку чуть не запороли, этот видос, потому что я не смог скопировать, ну, видосы с камеры. Распаковывай. Распаковываю. Так а что распаковывать, все выключаем. Мы, кстати, сейчас еще были тоже в фикс-прайсе, там купили всяких там мелочевочек, то и все, и Олька тебе там на работу. И сейчас поедем еще в один фикс прайс, потому что мне нужно близиться Хэллоуин, и мне на работе нужно будет делать такую фотозону. Вот, и я покупаю всякие штучки, да, для Хэллоуина. И поедем в приют. Да, поедем сначала, возьмем еще корма. Угу. И поедем. Тот, съедим... который тебе коллеги, да. Мы никак не можем довести. Ну что, едем? Да, давай. Заехали, покажем, за кофе. Что мы сегодня привезем. Вот это, смотрите, какая большая пачка. Да, это ребята с работы. Это капец. О, блин, толстенная, смотри. О! Да, сколько здесь? 10 килограмм. И здесь мы переложили, потому что рассыпался... Котикам еще корм, тоже большой пакет. Ага. Обалденно. Коробок. То, что нужно им застилать. Ну и, конечно же, шкурки. Да, и косточек немножко. И косточек сказали, много не нужно. Мы в прошлый раз много привезли. Поэтому в этот раз косточек чуть-чуть, а ну, вот пакет. Угу. И шкурок.
Обалденно. Да. Все, собачки и котики будут довольны. На недельку хватит. Они там быстро съедаются. Да. Суцик. Ну что, позавозили? Да. Опять забили морозилки. Ну чего ты? Чего? Слышишь, ну тут капец, как всегда. Тут такой лай стоит, что просто... Вон там вообще собаки. Смотри, да, они прям... Не знают, куда себя деть. Thank you.
Нет, эти таблетки. Залез. Давай, кстати, заедем за таблетками, а этот самый. А без кота она даст нам таблетки? Да, Оля, мне кажется, что этот котик... Тоже наш? Вы пробуйте, смотри, потому персик, что... какой классный этот. Вы знаете, он залез сам. Пробуйте. А персик, смотри, какой красивый. Персик очень красивый. Да. Нам его не дали. А одного... Он уколот был, да. Одного мы рыжего... Подождите, а, мы вам отдали. Да. Ты тоже красивый. А я тоже не контачила с вами. Давно было, неправда. Я на такси теперь отправляю к вам, чтобы не общаться. Да, ты думаешь? Блин, сейчас один раз заберем еще. Будем на свой. Слышишь, не пугай меня, у меня ж возраст уже все-таки. Мне сложнее. Василина, я знаешь, что хочу? Я тут лечение назначаю. Так, ну что, все, мы занесли все, значит, посмотрели еще котиков. Да, наш рыженький котик еще пока там. Он должен пройти, пройдет время, 7 месяцев его стерилизуют, повторно потом сделают тест на лейкоз, и уже тогда будет понятно, ну, подтвердится он, или может быть все-таки как бы это был, ну, ложный. Ложный. Может быть такое, что это... Это экспресс-тесты, да, что еще может быть надежда, что это ложно-положительный тест. Вот, поэтому... Мы едем не отчаиваемся. Да, едем сейчас в ветклинику, проконсультировались по поводу того, что глазик слизится у нашего Симбы, вот, и сейчас заедем, купим таблеточки, стерилизовать нам сказали сейчас нельзя, пока вот у него этот глазик, он немножко чихает, то есть это какой-то вирус, может быть, из-за прививки, то, что мы сделали. И он надо сначала пролечить, и потом... раньше 7 месяцев, да, сказали нежелательно. Потом все-таки дать недельку отдыха, восстановления, да, а потом, да, уже можно стерилизовать. Да. Вот эти. Дези. Дези. Ой, ты Дези. Она на фотографиях очень страшная, хотя в жизни очень красивая. Дези, девочка. Она так смотрит на вас прям. Ну да, да. Влюбленно. Ну, она хочет, чтобы ее жалели. Ну вот ей плохо, это она так вот жалуется. Дези, это из 7 сосен мы забирали. Еще не хотели ее отдавать. Она так с нашими детьми хорошо играет. Ага. А куда, да, вы забираете? Я говорю, ну так поставьте будку, миску. Ага. И мы не будем ее забирать? Нет. После кастрации даже в сарай никто на одну ночь даже не хотел пустить бедную. Она почему смотрит? Ну как бы это моя кураторская собака. Маленькие мы. Дезечка, она такая красавица, а на фотографиях страшненькая такая, простите, пожалуйста, да. Потом какие-то болячки вечно на ней, иммунитет плохой. Нам доктор прописал Синулокс. Это от чего? Это типа для лечения инфекционных заболеваний бактериальная этиология у собак, ага, и кошек. Вот, значит, для котика, для Симбы. 1/5 таблетки 2 раза в день, а для Лёльки 1/2 2 раза в день. И Тобрекс, капельки в глаза. Угу. Вот. Угу. И будем давать им, получается, 10 дней. Кушай, 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 кушай. Молодец. Тебе это надо, маленькая. Глотай. Глотай, мне сладенько. Ну и последний кусочек. Последний. Обещаю, последний. Молодец. Молодец, моя девочка. Ты моя умняшечка. Мамочка тебя полечит, и ты не будешь болеть. Маленькая, моя, тихо, тихо, тихо. Моя, ты ж Лёленька. Все, беги. Ну вот и все. Лёленька. Ты переживаешь. Иди, Симба тебя пожалеет.
Ты решил сверху, как доминантный самец? А, молодец. Обалдеть. Вообще классные. Обалдеть. Тебе нравится? Да. Я уже давно хотела себе такие. Именно деревянные. Ну, все хорошо. Ну, вот места в квартире больше нет. Они охраняют друг друга туалет. Это любовь. Получили таблеточки, глазки им закапали, и они спят. Ты смотри, у них от шерсти какой этот комплекс. Ковер? Да. Ну, потому что, да, лежат здесь все время. Самое интересное, что больше им негде места, да, как здесь? Вот, ну вот в туалете вот самое хорошо. Здесь тепло. Так я говорю, слышишь, вот смотри, Лёля напротив этого Симбиного лотка, как они в туалет ходят. Слышишь? Может, они типа это назло друг другу, мол, типа, вот я посмотрю, как ты будешь терпеть. Да, посмотрю. Ну а ты, Олька, что делаешь? Расскажи. Решила попробовать сделать тыкву. На Хэллоуин? Хэллоуин. На Хэллоуин. Ага. На работу. Да. А как это ты делаешь? Из гипса? Из гипсовой шпаклевки. Так, так. И что? Взяла, короче, старые колготки. Так. Ты что, старые колготки взяла? Так они же хорошие еще. Ну что? Да. Вот. И угу. В них, ну, в чулок сам. Угу. Развела гипсовую шпаклевку, добавила туда клей ПВА. Угу. Сейчас бечевкой перевяжу. Завтра посмотрим, что с этого получится. Угу. А, бечевкой ты как будто бы вот эти прожилки сделаешь. Да. Угу. Ну, интересный способ. Вот тебе, Оля, я смотрю, что нравится вот такая вот всякая работа, да? Да. Творческая, вот это вот что-то лепить. Да. Такое вот, да, все такое вот интересно. Ну да. 10 часов вечера, я завтра на работу, а я что-то леплю. Что ты лепишь тут, ну? Что ты лепишь? Смотри, уже, да, как тыковка такая маленькая? Да. И она будет такая гипсовая, прям, о, вообще классно. А потом... Ей надо будет покрасить. Да, потом я ее покрашу в какой-нибудь красивый. Ну, попробую одну сначала сделать, если получится нормально. То завтра еще сделаю. Помню, это, наверное, еще. Кстати, не бечевка, это, наверное, джутовая или как? Шпагат, джут, как по-разному кто называет. Да. Я не думаю, что это принципиально. Можно любой. Можно любой веревкой. Да, главное, чтобы она была толстая. Ну, просто, чтобы она не разрывалась, выдерживала. А ты что? Я все, заканчиваю монтировать ролик. Да. Этот. Который я сейчас записываю. Да. Еще сделаю хвостик. Проволоку обмотаю фольгой. Угу. И потом влажные салфетки или просто какая-нибудь ткань мне нужна. Промочу в этот раствор гипса. И обмотаю. И оно застынет. Угу. Ну все. Похоже на тыковку. Ну да, что-то есть. Ну все, ты завтра только не выбрасывай ее. Я приду с работы и сниму с нее этот чулок. Я немножко подшлифую наждачкой. Отлично. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас, конечно, был вот такой вот денек интересный. По городу походили. Да. И заехали в приют. И дома тут только тоже тут начало что-то уже делать на работе, на работу какое-то творчество. В общем, нормально день прошел. Продуктивно. Продуктивно. Считаю, да. Так что, ребята, вот такие вот у нас сегодня печки-лавочки. На лавочке, да возле печки. Всем пока. Пока-пока.